не экономим. Дамы и господа, баба командующий прибыл! Становись! Добрый день! И сейчас для вас выступит команда экономического факультета «Не экономим». Первая игра, я хотел бы проверить, как готова моя команда. Подрасти! Девочка, тебя к парикмахеру сводить? А ты-то кто? А я агент под прикрытием. Привет! Без комментариев. Ребят, я думаю, что мы готовы и пора начинать, так что давай, девочки! Так, я не поняла. Здесь что происходит? Иди сюда. Иди сюда. Я только на пару булочек отлучилась. Вы вообще что здесь развели? Юль, ну ты понимаешь, у нас же КВН, мы выступать вышли. И что? У вас вообще что-нибудь есть? Ну, пару миниатюр да есть. Ну так показывай. Ну так давай начнем. Поехали! А для начала представим, как наши девушки собираются. Куда же я ее положила? Ну где же она могла быть, а? Юля, ты скоро? Сейчас, подожди! Ну куда же, а? Ну куда могла она закатиться? Юля, давай быстрее! Сейчас, подожди! Ну может сюда? Ну куда я могла одеть ее? Ну куда? Юля, ну ты где? У нас экзамен начинается! Да боже моя шпаргалочка! Пойдем! А теперь представим парень, который только что пришел с армии и поступил на экономический факультет. О, Господи, какие красавицы! Дождался! Все же есть у нас парни, которые преподносят необычные подарки. Дорогая, сегодня я хотел бы сделать тебе подарок. Дорогой! Да ты сумасшедший! Как же ты это сделал? Как же ты открыл эту консервную банку? Случай в клубе. Ну поставь! Нет! Ну поставь! Нет! Ну может деньги, не деньги, может договоримся? Иванов, я уже тебе говорил, что зачет у тебя будут принимать только за... Обычная ситуация в семье Джина. Джин возвращается домой. Дорогая, это я, открой! Ты где был? Ну где? На работе! Что, опять желание выполнял? Ну, дорогая, работу не выбирают! Друзья, как мне кажется, у каждого был такой друг. Ребят, сдаем деньги на праздник. Молодец. Давай, молодец. Юль, тут мало. Ну, понимаешь, там будут тортики, конфетки. Но я сладкое-то не ем, ну, как видишь. Ну, поэтому сдаю только на чай. А сейчас самая обычная ситуация. Два бывших одноклассника встретились на улице. О, Женек, здорово! Здравствуй, Никита. Куда поступил? Да я на физрука поступил, блатным буду. А я на экономический факультет. Ха, на эконом? И что, как баба будешь? Нет, управленцем буду. И кем ты будешь управлять? Вот такими же, как ты? Нет, я буду управлять ими. Жень, подожди, возьми меня! Дамы и господа, а пока Юля отучилась на обед, мы, пожалуй, закончим побыстрее, так? Иди сюда, иди сюда. А-а-а! Ты что думала, сейчас так будет, да? Да! Да за мной вся! Ты понимаешь, за мной вся моя команда! Они ушли, да? Ну как бы да. Ну значит остался я и... один! Иди сюда! Знаешь, я когда поем, я такая добрая, а ты это знаешь. Так что давай милиться. Давайте. Дамы и господа, сейчас для вас выступала команда экономического факультета.